покров Пресвятой Богородицы отмечает преимущественно в русском православии. В основу этого праздника положены предания о явлении Богоматери во Влахернском храме Константинополя. Случилось это в 910 году. В то время Византийская империя вела войну с сарацинами, и Константинополю угрожала опасность. Во время всеночного бдения, когда Влахернский храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради Еродивый, поднял глаза к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную ангелами и сонмом святых. Богородицу сопровождали Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Пречистая Дева долго молилась за предстоящий народ. Обливаясь слезами по окончании молитвы, она сняла со своей головы сияющее покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. На Руси праздник покрова издавна связывали с началом зимы и посвящали ему поговорки «На покров до обеда осень, а после обеда зимушка-зима». Именно в этот день крестьяне начинали конопатить избы, ведь по народной примете снег на покров – предвестник снежной и холодной зимы.